Всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина. Сейчас я вам покажу упражнение для укрепления бедер и попы. Мы будем их делать по первой позиции. Ставим пятки вместе, носки врозь, руки на плечи. Будем делать демиплие и вытянулись. 2, 3, 4. Попу в себя. 5, 6, 7 и еще 8. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2 и еще 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и сидим, пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и сидим, держим. И вытянулись, встряхнули. Ставим широкую вторую позицию. Руки теперь на поясе. И будем делать 8. Садимся до конца, попу в себя. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и сидим, начинаем пружинить. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и держим. Держим, еще. И поднимаемся. Трясем руками, ногами. Вот этот комплекс вы можете делать каждый день и таким образом укреплять ягодицы и бедра.